Всем привет! Нахожусь в Хаджабегарме. Не самое подходящее выбрал время года для того, чтобы путешествовать. Но тем не менее хочу поделиться с вами путешествием, которое будет именно сегодня. Сейчас немного шумно, потому что подошел к воде. Надо это преодолеть. Так. Какой выбрать самый безопасный вариант? Идем дальше. Ну так вот, за рулем был дед, и он очень сильно гонял. Мне прям было иной раз очень страшно. Слушайте, вот я иду такой, а здесь уже снег. Я вот не знаю, то есть стоит мне дальше идти или нет, или на этом мое путешествие закончится. Как и сказал, я не самое подходящее время года выбрал для путешествия именно в Хаджабегарм. Начался, как видите, снег. У меня не самая подходящая обувь для путешествия, к сожалению. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Вроде тропинка пока есть. Я иду пока по ней. А дальше будет ясно, то есть продолжу я путь или нет. Я не буду... Вот видите, вон там сейчас... Сам санаторий Хаджабегарм. Я не хочу ночевать в нем, но если придется все-таки, я, конечно же, заночую там. Ну а так не хотелось бы, потому что много комментариев о нем прочитал не очень хороших. И плюс ко всему очень дорого стоит вроде бы. Но я как бы не заходил в ресепшн, не спрашивал об этом. Но моя цель этого влога просто дойти максимально, сколько я смогу, и попробовать, может быть, снять горы на дрон. Смотрите, какая красота там. Сейчас немножко другую позицию. Сейчас немножко другой ракурс выберу, чтобы показать вам, как красиво. Но я смотрю, тут местами, в принципе, снег. Посмотрите, какая красота. Я, тем не менее, пошел пока дальше. Сейчас почему-то так забавно стало, потому что спрашивал у душанбинцев о том, сколько раз выпал снег в Душанбе. Они говорили о том, что всего лишь 2 раза. И они обижаются. Ну, не то чтобы прям обижаются, но им грустно от того, что в Душанбе было мало снега. И вообще, что в Душанбе мало снега. И на самом деле, там очень мало осадков. И хочу сказать, что вам нужно идти в горы, потому что здесь просто нереально много снега. То есть я уже очень много прошелся по снегу. И классно то, что есть все-таки вот такие тропинки. Уже видно, что люди по ним ходят. Вот, и собственно я по ним тоже сейчас иду. По прогноз погоде было написано о том, что сегодня будет 0 градусов. Я немножко ощущаю холод, на самом деле, чуть-чуть. Поэтому, может быть, в течение этого видео я одену перчатки и головной убор. Вот я иду все выше и выше. Но я пока еще не встретил ни одного человека. Иду пока прямо. Я примерно знаю, куда я иду. Я хочу дойти до вагончиков, которые здесь есть. Они где-то на вершине. Но я не знаю, то есть дойду я
до них или нет. Есть такая немножко одышка, потому что давно я не ходил пешком. Поэтому, если что, ну просто извините, пожалуйста. И пришел прям реально к первому препятствию. Первому препятствию, которое прям такое серьезное. Вот оно, вы можете увидеть. Ну, не то чтобы прям сильно тяжелое. Ну так, неприятно. Но самый лучший способ — это идти по тропинке, которая есть. Она все равно куда-то приведет. Тут очень много снизу, тут очень много следов, поэтому я и пойду по тропинке. Вот такой мини-водопадик. Горы те. Ладно, пойдем дальше. Ну классно, что я не проваливаюсь. Поэтому можно идти пока спокойно. Если уже буду проваливаться, уже стоит задумываться, идти дальше или нет. Пока я иду нормально. Если честно, прям сложно немножко ориентироваться, потому что и там тропинки есть. И я как будто иду по основной дороге, наверное. Ну, потому что это больше похоже на какую-то дорогу, я надеюсь. Вот поэтому я пошел по ней. Виднеются первые вагончики. То есть здесь люди живут в основном, ну, летом вроде бы. Я сейчас даже не знаю, живут ли люди в данный момент или нет. Ну да, классно. Запах снега, свежий воздух. Супер. Прям не жалею, что иду пешком, потому что, ну, люблю это занятие. Классно, что постоянно меняются пейзажи. Сейчас другой пейзаж сзади меня сейчас. Вау, ребят, я кое-что хочу вам показать. Прям сейчас здорово, смотрите. Вот это просто красотень. Когда преодолеваешь вот эти трудности, преодолеваешь вот эти высоты. Вообще, когда что-то новое пытаешься увидеть, это, ну, на самом деле просто потрясающе. Прям, ну, красота, величественные горы. Это просто неописуемо, как здесь красиво, как хорошо. Ладно, пойду я пока дальше. Тут еще пока тропинка идет. Вон там вагончики, они функционируют, по-моему, летом. Но у меня такое чувство, что все-таки там нет ни одной живой души. Ну, пойдем туда все равно. Посмотрим. Я все равно в ту сторону иду. Знаете, такое чувство, хочу поделиться с вами, как будто я снимаюсь в каком-то фильме, где я иду по какому-то полюсу, непонятному, непонятно куда. Такие чувства возникли. И знаете, тоже в глубине души прям есть тоже свои страхи, потому что, ну, я иду один сейчас, и больше, наверное, боюсь не людей, а животных, которые могут здесь появиться. Хотя, наверное, больше нужно бояться людей. Ну, не знаю. Ну, не знаю, красиво, клево здесь просто. Сами можете увидеть. Интересно, если я потеряюсь, я найду дорогу домой. Но одно точно могу сказать, что вода у меня точно будет. Насчет всего остального. Ну, у меня есть обед, конечно, в сумке, только обед. Но его можно растянуть, по сути, на дне 5. Думаю, я не потеряюсь, скорее всего. Потому что
дорога какая-то основная находится там, если географически вспоминать, хотя навряд ли. Ну смотрите, классно, кстати. Вот эта сторона южная достаточно, то есть там вообще снега нет, но здесь более какая-то северная. Ладно, пойдемте дальше. Вот у меня желание вообще подняться вон туда, потому что это самая все-таки какая-то высокая точка, но я думаю, что я туда не смогу добраться. Но если я доберусь туда, ну, будет клево. Но не знаю, сейчас я хочу пойти туда и посмотрю, ведет ли дорога именно туда. Если да, то будет здорово. Прям я бы поднялся туда. И смотрите, какие там прям просто белоснежные горы. Еще круто. В общем, мое решение такое. Я не хочу идти к вагончикам, потому что думаю, что бессмысленно. Я хочу пойти вон на ту гору, попробовать подняться. Не знаю, удастся это или нет, но у меня прям такое желание возникло. Оттуда уже, ну, то есть посмотрю, что будет, буду делать дальше. Вот. Все, горы. Электричество проведено. Тут, ну, люди живут. Уже говорил об этом. Но моя цель — подняться вон туда. И там я запущу, думаю, что дрон, чтобы посмотреть, как будет выглядеть птичьего полета. Это чтобы вы понимали, когда я начал поход сюда, да, сколько было снега. И вот он сейчас, электрический столб. Видимо, то, что здесь очень тепло, прогрев. Вот. Вот такой слой снега здесь в данный момент. То есть, если здесь провалишься, ну, блин, тяжело будет вылазить. Нелегко. Ой, классно так, серьезно, свежий воздух. А вот тут меня удивляет, на самом деле, вот пришел к такому месту, где прям довольно-таки такие домишки. Ну, не домишки, а вагончики их называют. Вот, смотрите. Ну, навряд ли сейчас кто-то здесь живет. Ну, я вот иду до этой горы. Но на самом деле кажется, что быстро до нее дойти. Но это нужно... Это к этому нужно приложить огромное усилие. Ой, клево, серьезно, клево прям. Знаете, такое ощущение, как будто бы я... Вот люди идут по пустыне. А я иду, ну, как будто по пустыне, только снежной. Ну, прикольно, короче. О. Знаете, что меня напрягает? Сначала были человеческие следы, теперь куча появляется это, следы животных. И поверьте, это прям напрягает. Серьезно. Ну, скорее всего, здесь следы кабана, я так понял. Ну, там были, во всяком случае. Здесь, не знаю, странные следы. От этого жутковатей становится. Серьезно, прям страшновато немножко. А так вот, такая красота. Я вот время от времени все равно поглядываю. То есть по сторонам, мало ли там животные. Я прям понимаю, что я не убегу от него, но надо было палку хотя бы с собой какую-нибудь взять на всякий случай. А я ничего не взял. Поэтому обязательно, когда идете, тем более один, да и вообще, когда с кем-то идете, лучше взять с собой какую-нибудь палку, не знаю, ножик какой-нибудь на всякий случай. Мало ли, что встретится на пути. Поэтому, ну, жизнь, она ценная. Будьте осторожны. Путешествуйте и будьте осторожны. Ну что это вот за следы? Они просто тяжелые.
Ну, в смысле, прям огромнейший. И вот туда еще ведут. Капец, страшновато, серьезно. Чувство-то такое, пойти туда посмотреть или не идти. Блин. Фу. Вылетела птица, я чуть не перекакался. Ой, жесть. Путешествие со страхом. Туман. Еще и крикнула скотина. Я испугался до невозможности. Ой. Жестко. Я вот не знаю, конечно, когда люди путешествуют одни, то есть какие у них чувства. Но мне прям немножко не по себе, если честно. Ой, вообще, сейчас испугался прям. Откуда я пришел? Это вот с того самого низа, ну, примерно. Классно то, что ветра нет. Ну, есть чуть-чуть такое. Вот. Горы. Ой, прикольно, вообще классно, прям воодушевление такое. Мне нужно подняться примерно вот туда. Я вот не знаю, как мне лучше сделать. Либо вот так подняться напрямую, вот. Или вот так как-то подняться. Здесь менее какой-то склон пологий. Вот так выглядит. Ой, красиво вообще, до безумия. Я здесь был, наверное, лет 15 назад, скорее всего. Это было лето, дождливое время. Ну, сейчас я нахожусь весной, конечно, но весна здесь вот именно вот такая. Но все равно прикольно, конечно, прям воодушевление увидеть вот это все. Погода-то хорошая сегодня. На самом деле я иду ради одной цели. Во-первых, да, попробовать преодолеть вот эту высоту, потому что идти, ну, потому что я не знаю, куда можно идти, нету тропинки, и приходится поэтому идти просто наугад. И чтобы запустить там дрон. Знаю, что я не нарушу тем самым какой-либо закон. Вот запущу там, и никого здесь, собственно говоря, нет, да, чтобы кто-то предъявил мне какие-то моменты. Людей нет, самолетов нет, почему бы и нет. Вот поэтому как-то так. Ладно, пошел я дальше. Осталось еще, наверное, минут 20 туда идти, скорее всего. Не знаю, получится или не получится туда забраться. Сейчас посмотрю по ситуации, потому что, ну, ребят... Это прям... Я, конечно, хочу сделать контент, но не так, чтобы умереть. И, кстати, что мне нравится, здесь, когда идешь по снегу, он уже плотненький такой достаточно. То есть очень удобно. Не проваливаешься особо. Ну, я пока еще не сглазил, но вроде нормально. И еще такой момент, всегда на гору легче подниматься. И вот я как бы задумываюсь, то есть подняться-то я поднимусь, а я потом спущусь или нет. Ну, короче, ребят, ситуация такая. Все-таки нужно снаряжение, потому что я попытался подняться, ну, буквально 10 метров. Это еще склон здесь небольшой. То есть я уже начал скользить. Если оттуда покатишься, мало не покажется. Ну, тут кажется, на самом деле, идти 100 метров, но это будет прям сложно. Если были бы кошки, то я бы, может быть, и смог бы забраться. А без снаряжения, без кошек не стоит этого. Поэтому, ну, я просто запущу дрон сейчас и полетаю на нем. Но так хотелось бы, конечно, посмотреть, что происходит там. Так жалко.
вообще. Вот сами посмотрите, то есть идешь, просто неверно подскользнешься. Ну, просто подскользнешься и уйдешь вниз. То есть вообще просто улетишь. Я не знаю, прям страшновато идти без снаряжения. Что не делаешь ради контента, но не сегодня. Надо все-таки снаряжение, конечно. Были бы кошки, я бы полез туда. Так невозможно. Тут идти-то, блин, жалко, конечно. Ладно. Залетим на дроне, что могу сказать. Другого выбора нет. Ну что, вот, я даже сейчас спускаюсь. Мне сложновато. Ну, нужно снаряжение. Я улечу просто-напросто. Ладно, простите. Не показал то, что хотел. Ладно. Посмотрим дроном, что за этими горами. В таком случае. Тревел путешествие. Начал запускать дрон. Понял, что там пустая батарейка. Ой, вообще. И понял, что я еще запасные батарейки не взял. Капец. Просто тревел. Ой, я не знаю. Короче, надо записывать. Я уже говорил об этом, что когда собираешься куда-то снимать, записываешь и проверяй список. Поэтому шляпа, короче, какая-то. И что вы думаете? Поэтому я решил подняться, чтобы хотя бы батарейка зарядилась. У меня есть пауэрбанк. Хотя бы, чтобы батареечка одна была заряжена. Вот столько мне еще идти. Я вот только начал. Нашел себе вот такую палочку, что без нее просто нереально подняться. Вот так что вот так. Хорошо хоть камеру зарядил. Ой, ну сложно подниматься. Падать больно будет. Поэтому нужно будет потом аккуратно просто спускаться. Ой, ребята, вообще, конечно. Ладно, я пошел пока поднимаюсь. Надеюсь, это видео выпустится. Вот примерно столько уже поднялся. Тут какая-то нора. Куча следов. Даже вдумываться не хочу, что там. Или кто там был. Потому что и так страшно. Ой, капец. Ну и путешествие, конечно, я для себя сегодня выбрал. Все, ребят. Это мой максимум. Дальше я не иду. Можно было бы пойти туда и посмотреть, что там находится. Но нет, я не хочу это делать. Мне достаточно того, где я сейчас нахожусь. Это и так страшновато. Вот, посмотрите просто, какая красотень. Как здесь просто красиво. Я прям понимаю, что мне сейчас еще спускаться придется, и это будет довольно-таки тяжело. И я для себя понял одно, что лучше, конечно, если ты идешь по снегу, нужно идти в паре, серьезно. Это прям опасное такое дело. Это прям невероятно было, сложновато. Сейчас посижу, что-нибудь поперекушу, и потом уже буду вниз спускаться. Видя вот эту красоту, прям серьезно, хочется жить. Хочется жить, путешествовать и просто наслаждаться этой удивительной красотой. Что скажете? Напишите об этом в комментарии.
честно, очень рад, что мог забраться сюда. Суперское настроение от этого. Под впечатлением огромным. В общем, классно. Нужно почаще выбираться вот так, выходить. Сейчас предстоит самое сложное, это спуститься с этого склона. Потому что я поднимался сюда, было очень тяжело. Но не знаю, как сейчас все получится. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Не упаду жопой и не уйду вниз. Потому что, ну, на самом деле, у меня прям есть страх сейчас спускаться. Расскажу вам. Дальше я вам расскажу, как я спустился. Какие эмоции были. У меня уже мандраж, если честно, происходит. Я еще даже не начал спускаться. Ладно, пошел я. Не шучу о том, что здесь, ну, на самом деле, опасно спускаться. Стараюсь идти по своим же следам. То есть сразу палку вставляю на всякий случай. Вот еще, конечно, по дурости камеру врубил. Ох ты ж. Она прям, смотрите, утопает. То есть здесь столько снега много. Ну, такое себе чувство. Вроде иду потихоньку. То есть я никуда не тороплюсь. Потому что если здесь упадешь, то все. Ну вот плюс один, то что проваливаются ноги. Это прям хорошо. О-о-о. Ладно, я буду отключать камеру, потому что это все опасно. Нужно, чтобы на всякий случай у меня рука была освобождена. Ну, в общем, такое себе занятие спускаться. У меня ноги уже все промочились, поэтому, ну, на самом деле, нужно лучшее снаряжение для таких походов. Кошки, обувь хорошая. О, просто нога провалилась. Ну, вот это самое, на самом деле, то, что я прошел сейчас, это был самый сложный этап. Солнце светит, знаю вам в глаза. Извините. Ну, что уж есть, то есть. Еще вот столько мне идти. Ну, как я спускаюсь, да, если вы вдруг, я не знаю, вдруг окажетесь в такой ситуации, нужно палку прям глубоко втыкать в снег. Это будет хотя бы какая-то задержка, чтобы вам не упасть. Ну, так, конечно, с людьми надо ходить еще дополнительно. Ой, ну вот это самый сложный этап был, который самый страшный. Дальше уже можно, конечно, покатиться, но в баню не буду. Вот так вот, вот такое путешествие у меня своеобразное было сегодня. Показал вам на своем канале. Полетал на дроне, чему очень рад. Чуть-чуть, правда, пришлось поснимать. Ну да ладно. Есть, это получилось. Вот мои, кстати, следы. Вот они просто огроменные. Сразу видно, человеческие. Ой, спасибо палочке, которая просто меня выручила. Теперь ее можно выкинуть. Спасибо тебе. Ой, знаете, прям эмоции зашкаливают на самом деле, потому что были свои сложности, были свои страхи. Ой, но все равно вот это чувство, чувство победы, чувство преодолевания вот этого препятствия. Было сложно, но зато сейчас приятно, друзья. Ой, классно, просто я в восторге полнейшем. Ну что ж, ребят, понаслаждался природой. Это было просто потрясающе. Сейчас иду обратно. Солнце, так, вот так сделаем.
солнце, чтобы не светило вам в глаза. Иду по своим следам обратно. Настроение супер. За исключением только покажу, наверное, как выглядит Хаджабегарм, сам санаторий. Я в нем отдыхать не буду, потому что у меня не была такая вообще цель. Моя цель была прийти сюда, посмотреть горы, что я и сделал. Моя цель достигнута. Получил кучу эмоций, хорошего настроения. Так как это гармония, гармония красоты, гармония настроения. В общем, классно. Ребят, как будто вот, ну реально, выглядит, как будто я в пустыне. Только эта пустыня белая. Круто. Просто красота. О, смотрите, только ради... Смотрите, что я обнаружил. Цветочек. О, классно. Первый цветок, который встретился мне. Это же подснежник, кстати, по-моему. Ну что, вы шутите, что ли? Как не побыть в горах и не попить горную воду? Сейчас это продемонстрируем. Самая чистейшая вода. Это безусловно. Снегом чуть-чуть отдает. Классно. Ну, честно, мое путешествие было где-то в общей сложности 2 часа. То есть я сейчас посмотрел, ну, я еще не дошел до места, где я сяду на машину. Но если бы у меня было бы снаряжение, это первое. А второе, если бы, ну, скажем, предположим, было бы лето, то я обязательно бы взял бы с собой палатку. И если бы не было столько много снега, то я пошел бы дальше, то есть пешком. А так как, ну, все-таки по снегу не особо комфортно ходить, и обувь у меня, собственно говоря, неподходящая. Потому что, ну, где-то на подсознательном уровне я думал о том, что, может быть, будет менее... Ну, я думал о том, что будет меньше снега. Ну, нет, снега, конечно, много. Это уже огромнейшая победа, я считаю, то, что я пошел по снегу столько времени, то есть я практически целый час шел по снегу, то есть и обратно, конечно же. И самое удивительное, что когда я поднимался наверх, было немножко полегче, потому что сейчас температура поднялась, и мне прям тяжеловато идти по снегу, потому что я временами проваливаюсь. Снег. Поэтому, ну, есть свои, в общем, сложности в этом отношении. Ну, а так клево, клево, вообще прям очень радостный то, что мог так хорошо погулять. Эх, снег пропал, а это значит, что скоро его вовсе уже не будет. То есть он временами иногда попадается под ноги. А это значит, что мой влог, он уже практически заканчивается. Я не буду все-таки показывать санаторий, потому что, ну, немножко он снаружи безобразно выглядит. И влог вовсе не об этом на самом-то деле. Хочу сказать спасибо, что посмотрели мой вот этот ролик. Обязательно хочу призвать вас к тому, чтобы вы могли подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, потому что вам не сложно, а мне приятно. Ну а на этом всем удачи, всем пока.